Вот смотрите, ребята. Сибирская язва, да? Там отчет сия ей, правильно? Но ну, вы их там расстреливали, убивали. Та же аристократическая, из-за этого меня на колени ставили. Теперь я буду в открытую действовать. Раз это наша ДНК, и там столько людей погибло, что за шкаливает за 74 миллиона душ, в таком случае это наша база. Вся база на территории. Какого государства? Государство СССР. На основе чего? Потому что там сибирская язва, и вы ее сшивали. Куда свали, А? В конвертиках. Правильно. Кому? Нам. Почему? Да потому что вы пытаетесь наша же ДНС, как говорится, соединить с нашим же ДНС. Потому что вы знаете, что мы насквозь гнием. Потому что это наше. Получается, если мы такое вдыхнем, наши легкие это впустят куда? В мозг. И мы это передадим по всему миру наших предков. То есть наша DNA. То есть получается наша Борон United Nations DNA вся умрет. Вот ваш весь террористический акт был. Со стороны кого? Арабских Эмиратов, да? Ребята, а вы знаете, что шейхи? Пошли вы, знаете куда? вместе с русачками, рабы. Давайте снимайтесь и просто тихонько уходите. А за сибирскую язу, ребята, спасибо вам большое, потому что я там базу построю и непростую. На той основе я создам такую дианею, что вы все сдохнете, если не остановитесь. Благодарствую, Иван Андреевич, столбом.